Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, тоже связана с компьютерной техникой, а более конкретно аксессуары компьютерной техники. Это у нас опять компания Ugreen подготовила еще одно направление, а именно выпуск клавиатуры. В настоящее время было выпущено много мышек, там штук 6 уже их, в зависимости от того, какой вы вариант себе предпочитаете, можете выбрать тот или иной вариант. Один из вариантов, который мы рассматривали, это была мышь вот Ugreen, которая у вас представлена сейчас чуть справа. Она похожа на мышку Logitech M705, имеется в виду по дизайну. И мы конкретно разобрали, когда рассматривали эту мышь, в том видео, где эта мышка была представлена. В том числе и провели тестирование несколько мышек компании Ugreen и сопоставили эти результаты с мышкой Logitech M705. В настоящее время вышла вот клавиатура, причем покупал я клавиатуру вот с этой мышкой, потому что цена была там разных комплектов и так далее, одна и та же. Но ввиду того, что одну клавиатуру покупать как-то, ну и для того, чтобы цена вроде как уменьшилась в два раза, была еще приобретена мышка в комплекте. Еще раз повторяю, цена была одна и та же. Все это доставлялось из Китая, хотя изначально куплено было в Российской Федерации, имеется в виду со склада, и должно было прийти быстро. Но, похоже, там был ажиотаж, и в результате закончилось, пришло это все из Китая, но достаточно быстро, где-то заняло около 2 недель максимум. Причем доставлял это непосредственно сам. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Сама площадка AliExpress до Казани, а вот из Казани уже доставляла сама Почта России. Ну и результаты вы видите на коробках, чуть позже увидите более конкретно. То, что здесь он все помято, и с тыльной стороны практически еще чуть-чуть и клавиатура бы не доехала. Почему я ее взял? У меня опять дежавю. Компания Ugreen, как говорится, вносит минимальные изменения. Ну и данная клавиатура Ugreen, которая KU204, напоминает то же самое Logitech, который называется MX Key, но только еще с приставочкой S. Потому что клавиатура вышла в начале 2019 года, имеется в виду Logitech MX Key. На чуть позже, где-то в 22 году, в 23-м, вышла ее модернизация. Там поменяли свисток, так называемый ресивер, в котором принимается связь беспроводная, на более совершенный. Ну и в отличие от компании Ugreen, к этому свистку можно подключить от 4 до 5 устройств, в зависимости от того, какого года это устройство, имеется в виду этот свисток и так далее. Кстати, здесь тоже представлена клавиатура Logitech справа. Она тоже беспроводная, питается от 2 батареек, и срок службы ее где-то 3 года, как и мышка M705. Logitech. Так, ну и давайте смотреть, что пришло у нас, что здесь у нас находится. Ну, во-первых, мышку. Мышка стандартная, единственное, поменялся ее дизайн, имеется в виду дизайн коробки. Можете посмотреть предыдущую версию коробки, то есть она расширилась. Не знаю, связано с чем это. Так, ну, те же самые характеристики. 5 значений DPI. Отклик здесь небольшой, можете посмотреть в характеристиках, либо посмотреть при тестировании. Там, по-моему, 150. И внутри, да, появился вот отсек. Возможно, появился он из-за того, что в прошлый раз доставка была вообще кошмарная от Почты России. И там она еле-еле выжила. В этом случае, может, и для этого и сделали. Так, ну, стандартная инструкция. Здесь тоже, по-моему, на нескольких языках. Но российского нету. Русского имеется в виду. А не, есть. Есть. Обманул. Значит, сделали. Что из себя представляет мышка? Я говорил в прошлый раз, она прошла тестирование на программном обеспечении. Те, кто желает, могут посмотреть. Вот здесь вот в углу есть подсказки, там я оставлю. Да, не забываем снимать пленку, для того, чтобы нормально все это ходило. И стандартная мышка их, известная и так далее. Да, сразу же хочу сказать, что мышки данного типа подключаются по USB. По так называемому Wi-Fi 2.4 ГГц. Есть вариант с Bluetooth подключением, то есть два варианта, и при помощи свистка, и при помощи Bluetooth. И есть еще варианты цветового исполнения, сейчас поменялось, вместо серого есть там бордовый цвет, синий, ну и так далее. То есть можете посмотреть на сайте. Это стандартная мышка, которая шла сначала изначально, то есть такая вот серенькая. И здесь представлена. Здесь находится свисток.
Да, и еще что говорили, что при помощи свистка клавиатуры можно вот эту мышку подключить к одному свистку, к ресиверу, для того, чтобы не загромождать, не заполнять USB разъемы. Так, вот эта мышка. Сюда поставим. И давайте смотреть клавиатуру. Вот она пришла в таком виде. Причем есть разные варианты исполнения по клавиатуре, имеется в виду с языками. То есть изначально английский, есть вот русский вариант, и есть, по-моему, даже еще корейский вариант. Вот такая вот клавиатура. Ну, здесь стандартные надписи, то есть подключи и играй, легкий, удобный. Дальше есть FN-функция для мультимедиа. Сразу же включайте и тому подобное. Какие-то красные шоколадные колпачки. Причем дизайн вот именно этих вот колпачков взят именно с Logitech MX-KS. Причем расположение единственное, там отличается только кантом. И то, что там встроенный аккумулятор, плюс еще есть подсветка клавиш. Ну, там единственная подсветка белая. Ну, и там служит от 10 дней до месяца. 10 дней, если с подсветкой, до месяца, если без подсветки. Причем вот ключи, то есть эти кнопки выполнены именно таким же способом. Там тоже мембранная клавиатура, как и вот та клавиатура тоже мембранная. Причем даже и у Green есть вариант, только с металлическим верх. И там для двух систем, это тоже для двух систем, и для Windows, и для Mac. Но только там еще продублированные клавиши, там Commander и так далее. Apple-ский вариант. Здесь все сделано из пластика. Да, там металлический вариант клавиатуры и плюс тоже встроенный аккумулятор. Там тоже определенное время работает. И с обратной стороны посмотрим на вандализм Почты России. Вот что если что-то здесь дублирует. Дальше беспроводной. 10 метров рабочее расстояние. 5 батарей. Нет, здесь не 5, одна батарейка, либо аккумулятор типа 2. Рабочее напряжение 50 миллиампер. 1,5 вольта 50 миллиампер. Подходит для всех систем. Windows от 7 до 11. Mac OS от 10.4 и выше. Ну и рабочая температура от минус 5 до 40. Температура хранения от минус 10 до 60. Можно данную клавиатуру использовать. Вот. Ну и здесь стандартные их пломбы. Давайте сейчас их вскроем. Тут со всех сторон. Набили их. Чтобы не вскрывали. Ну, стандартная раскладка. Так, внутри находится у нас типа инструкции по эксплуатации. И еще что-то находится. Сейчас мы посмотрим. А, гарантийное обязательство, стандартная гарантия в течение 2 лет. Ну, а здесь вот инструкция вроде как. Ну, а здесь повторили все то же самое, что мы увидели на коробке. Можете зафиксировать паузу и прочитать. Давайте мы вскроем и спрячем. Так, и туда поставим. Вот такая клавиатура. Ну, сделано из пластика. Пластик такой приятный. Сделано дизайн Green, что мы верим. Дальше здесь есть прорезиненные поверхности. Здесь ничего не открывается. Сразу же есть ножка, которая позволяет вам установить под 6 градусов данный вариант клавиатуры. Та клавиатура позволяет еще при помощи, по-моему, здесь там тоже ножек нету. Да, тоже ножек нету. Но здесь используется 2 аккумулятора. И свисток, 2 батарейки. Но и служит это 3 года. Давайте послушайте. Сзади у нас есть отсек под аккумулятор, и здесь находится же свисток, а именно ресивер, благодаря которому и подключается данная клавиатура непосредственно к ноутбуку либо компьютеру. До 10 метров, и, кстати, к этому свистку еще и подключается мышка. Кстати, на магните она
Иначе не закрывается. Специально я продемонстрировал. То есть закрывается в одном виде, когда вы правильно уложите свисток. Вот она такая компактная. Здесь 104 клавиши стандартные. То есть есть и цифровой блок, есть и стандартные клавиши, стрелки и так далее. Все нормально функционирует и работает. Ну и давайте сейчас подключим, посмотрим, как функционирует данная клавиатура вместе с мышкой. Подключится ли мышка к одному приемнику, ресиверу, свистку клавиатуры. Причем подключается именно только клавиатурный свисток. Можно подключить к мышке, нельзя подключить. Да, кстати, давайте продемонстрирую я еще вариант. Это тоже мембранная. Причем защищает от пыли и от брызг. От воды, то есть заливать не надо. Ну, вот дизайн отличается. Здесь вот полуразмерный. Кстати, Logitech MXK изначально вот это был там L-образный, G-образный, Enter. А потом, когда появился новый вариант, обновленный, с частичкой S, то есть Logitech MXK S, то там уже вот так вот разделили. Единственное, здесь вот отличаются только еще верхние клавиши. Здесь есть косы и здесь есть кантик. Ну и встроенный аккумулятор Logitech. И здесь тоже пыли, по-моему, защита от влаги есть. Вот такая вот клавиатура. Здесь немного поменьше нету. Хотя у Logitech MX есть еще и дополнительная гелевая накладка для того, чтобы у вас руки не уставали. И давайте сейчас все это дело подключим и посмотрим. Давайте проверим, как работает мышка с клавиатурой и можно ли подключить мышку к свистку клавиатуры. Для этого сейчас давайте установим аккумуляторы по одной штуке. Аккумуляторы у нас есть. Тут включения нигде нету. Включается автоматически. И давайте подключать мышку к ресиверу клавиатуры. Так, для этого нужно включить мышку. Только что я проделал этот момент. Дальше нажать три клавиши. Вот у вас мигает индикатор. Три клавиши, две клавиши крайние и колесико. Дальше подключаем ресивер. И ставим мышку где-то рядом. Все, вот она подключилась. Вот, как видим, мышка у нас работает. Без проблем. Так, и давайте смотреть клавиатуру, как она функционирует. Тоже функционирует нормально. Русские есть. Работает. Вот у нас работает. Дальше капс. Вот. Работает. Ну, все, функционирует. В том числе и руки. Так, вот такая вот мышка. Вот такая клавиатура, которая наконец-то заработала два устройства от одного приемника, ресивера, свистка. Еще раз повторяю, у Logitech там от 4 до 5 устройств может подключаться к одному свистку. Итак, я вам продемонстрировал комплект компании Ugreen. Клавиатура KU204 и Ugreen беспроводная мышка эргономичная с подключением по 2,4 ГГц, как и клавиатура. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами.
Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.